Доброе утро, Полтава. С вами я, Александр Демидович, в офисе 1580. Сергей Станиславович, доброе утро. Доброе. Что хорошего? Значит, за вчерашние сутки у нас поступила информация от СНС о том, что был вызов на Балакина 1/2, кооперативный дом. Ну, там информация была потом, что, возможно, была разлита ртуть. Но там были какие-то шарики. Но, в принципе, что вызов был ложный. Но службы оперативно выехали, проверили. Ртуть не нашли. Ртуть не нашли, да. И за вчерашние сутки один случай переохлаждения на улице Никитченко возле церкви. Забрали человека, когда привезли в больницу. Значит, загальне переохолодження нам дали женщина в 4-ю городскую больницу доставлена. По погоде на сегодня у нас ожидается потепление, минус 6, минус 8 градусов днем, без осадков, так что, в принципе, я думаю... Что... Дороги вижу влажные, но не скользкие. Есть шанс, что будет гололед или что? Вчера, в принципе, техника работала, но работала уже по заявкам у нас от полиции, от граждан, поэтому, в принципе, такого гололеда, что не ожидается. Но все равно, если какие-то заявки будут, конечно, мы будем выезжать, будем работать. В принципе, все спокойно. Все спокойно, всем удачи. Хорошей пятницы. Всем здоровья.